Дорога – это не игрушка. В преддверии весенних каникул инспекторы ГИБДД еще раз проверили, соблюдают ли автолюбители правила перевозки несовершеннолетних. Несколько экипажей расположились на улице Нефедова областного центра, вблизи детских садов и школы. Первые нарушители не заставили себя ждать. Михаил Романович, за данное нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей. То, что у вас, я знаю, ребенок на заднем сиденье перевозился без детского удерживающего устройства. Вот, вы понимаете суть нарушения, да? Конечно. То, что нельзя их данным способом перевозить, потому что в случае ДТП они очень сильно страдают. То есть подумайте на будущее об этом. Как показал рейд, многие родители безопасность собственных чад оставляют на волю случая. Почему вы переводите для ребенка без детского удерживающего устройства? Так я его во дворе перевозил, с дороги не доехал. Ну, устройство удерживающее. То есть вы... Но он не был пристегнутый. Вы считаете то, что это не дорога, как бы... Ну, это двор. Этот аргумент инспекторов, естественно, не убедил. По правилам, вне зависимости от того, где находится авто, на оживленной магистрали или во дворе, перед началом движения пассажиры и водитель обязаны пристегнуться. Маленьких пассажиров это тоже касается. Как показал рейд, правила нарушают и взрослые, и сами дети, будучи пешеходами. За полтора часа было выявлено 4 нарушения со стороны водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Один водитель без ремня безопасности и одна тонировка. Также было выявлено 3 сообщения, написано было инспектором, которые будут направлены в школу. В школу инспекторы обязаны сообщить, если зафиксировали нарушение учащимся правил дорожного движения. 3 таких сообщения, и дело передают комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы подобных проблем не возникало, важно перед каникулами еще раз напомнить школьникам правила перехода проезжей части. Незнание не только не освобождает от ответственности, но и может быть опасно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.